В каждом доме и подъезде есть бабуля раритет. Кто приехал, кто в отъезде, у нее на все ответ. Знает, как сварить вам кашу, как ребенка воспитать. С радостью всегда подскажет, что вам лучше почитать. Доме бабки не сидится, во дворе удобней ей. На скамейке, как царица, восседает целый день. Вот такая Марья Ивановна под моим сидит окном. Взгляд ее, как у тирана, держит в страхе целый дом. Улыбаться не умеет, ведь вокруг нее бардак. Как же тут не обомлеешь, все делают не так. Марья Ивановна точно знает, как всем жить, идти куда. Только жаль, что забывает людям пожелать добра.